Я слышу периодически здесь, что у черкесского центра не хватает какой-то политической больше деятельности. Мы не говорили, что это политика. Нет. Мы в процессе. Процесс очень интересный. Мы сразу обрисовывали, что надо делать в основном. Это, конечно, создать мощную научную базу. Кто такие черкесы? Какова история черкесско-грузинских отношений? Существует ли черкесская культура? Потому что мы носим название Черкесский культурный центр в Тбилиси. Какова наши отношения архаические, генетические? По всем этим правилам мы создали отдельные монографии. Это монографии не по страницам только ценятся, но и по существу. Потому что по современным методам мы показали, что черкесская культура – это уникальная культура в истории человечества. Самое главное, что мы должны сказать, это то, что мы, чем мы заняты. Я об этом уже говорил там вкратце. Но более 30 монографий созданы. И некоторые из них уникальные. Проводятся в год несколько сессий и конференций. Научных, конечно. Все, что у нас делается, это культурно-просветительское научное движение. Мы всегда в движении, мы не останавливаемся. И могу сказать, что у нас это получается. Мы создали новые фестивали, вот, допустим, фестиваль, который проводится в Анаклиях каждый год. Да, фестиваль грузинской, черкесской, кавказской поэзии. И культура, она же не есть часть политики, наоборот, политика есть часть культуры.